Ассортимент электрических высокоскоростных настенных сушилок для рук, предлагая компактные, стильные и удобные устройства, которые станут незаменимым аксессуаром любой туалетной комнаты, в ресторане, офисе, торгово-развлекательном комплексе или любом другом общественном месте. Благодаря отсутствию нагревательных элементов, сушилка для рук от Electrolux не только отлично справляется со своей задачей, но к тому же экономит электроэнергию. Прибор приводится в действие чувствительным инфракрасным датчиком. Он срабатывает в тот момент, когда пользователь подносит руки к воздуховыпускным отверстиям. Особая форма отверстий, а также специально разработанные мощные моторы позволяют добиться впечатляющей скорости потока – до 90 метров в секунду, а обдув рук с двух сторон сокращает время сушки до 10 секунд. Для очистки поступающего воздуха в нижней части корпуса расположен фильтр. Для удобства использования на верхней панели предусмотрен индикатор, который сообщает о готовности прибора к работе, оповещает о включении и отражает текущее время сушки. Прибор изготовлен из высокопрочного и экологически чистого пластика, который сохранит свой первоначальный вид на долгие годы. Сушилка для рук Electrolux работает от сети с напряжением 220 вольт, потребляемая прибором мощность 1200 ватт, номинальная сила тока 5 ампер. Провод питания имеет усиленную изоляцию, а корпус не требует заземления, что соответствует второму классу электрозащиты. Рукосушилка Electrolux имеет небольшие габариты и весит всего 8 килограммов. Устройство обладает классом пылевлагозащиты IPX2, а значит не боится попадания влаги на корпус. Прибор устанавливается на стену с помощью монтажной панели, в которой предусмотрены отверстия для пропуска вилки электропитания, если необходимо выполнить скрытую проводку. В процессе эксплуатации сушилка для рук Electrolux не требует особого ухода. Чтобы обеспечить бесперебойную работу прибора, необходимо время от времени очищать воздушный фильтр, который предотвращает попадание пыли внутрь устройства, и опустошать бак для сбора воды. Чтобы обеспечить безопасность при обслуживании сушилки, на панели управления предусмотрено выключение питания. После отключения в сливное отверстие заливается небольшое количество воды, а затем дренажный бак извлекается и осушается. К недостаткам устройства можно отнести необходимость в достаточно частом, но несложном техническом обслуживании. Однако достоинства сушилки очевидны. Модель сушит руки всего за 10 секунд, при этом энергопотребление прибора невысоко.